Всем привет, мои дорогие друзьяшки, с вами Шиничи, и я рад, что наконец-то доделал это видео. Не буду вам врать, я не был занят, мне было просто лень что-либо делать. В этом видео я расскажу вам о том, что Кая контрит не только цыпленок-бройлер, а есть и другие замечательные контрпики. Ведь не будем же мы брать против одного Кая Диги, или же в команде его просто нет. Первый и самый любимый мой контр – это Аврора. Если Акай прыгнул рядом с нами, то мы станем его вторым настаканным скиллом. Если противник тоже в радиусе действия второго, то также станем им, дабы не было промаха. Ну а если противник прыгнул на наших тиммейтов далеко, то мы станем его первым скиллом или ультой. Ульту желательно кидать тогда, когда путь первому преграждают мобы. Ну вот, собственно, первый контр. Ну что же, вторым контром является Нана. Думаю, здесь долго распинаться не нужно, станем вторым и ульта просто стопается. Также можем подкинуть ультой, а Кай тоже законтрится. Однако это самый юзловый контр, как я считаю, ведь время Наны давно миновало, так что я не рекомендую ее пикать, дабы не проклинали вашу маму. Третий контр – это Сабер. Что я могу сказать вам по Саберу? Своей ультой он преспокойно сбивает ульту Акая, да и к тому же дает ему продолжительный стан. Тоже прекрасный вариант контр-пика Жердяя. Лично я не понимаю, почему все так стараются его пикать и боятся его больше, чем Ланселота. Ведь опытный Ланс может доставить куда больше неприятностей, чем Акай. Однако мы идем дальше. Последний и самый сложный контр – Чу. Мой любимчик с самым красивым скином в игре, который у меня, конечно, есть. Вы просто посмотрите вот на эти божественные анимации его скиллов. Акай он контрит настаканным первым, а также Акай просто падает от красоты его анимации. Однако, чтобы стопнуть им Акая, необходима должная сноровка, но он просто увидит ваши анимации и поймет, что вы про, и убежит. Как вывод, можно сказать, что Акай далеко не имба, всего лишь с одним станом, потеряв который, становится бесполезным для помощи своей команде. Всем спасибо за просмотр,